Всем привет, друзья! С вами Лариэль, и на сегодня мы с вами, угадайте с трех раз, где? Правильно, мы в Калимдоре, в локации Танарис, и именно в месте под названием Пещеры Времени. А в данных Пещерах Времени мы с вами отправимся в один немалоизвестный данж, который в свое время носил название Господи, душа дракона или ДД, в котором была такая возможность фармить специальные вот такие вот темные самоцветы для улучшения вот этого страха и вот этого воздаяния кинжалов на разбойника. Поэтому мы с вами отправимся в пещеру времени именно для того, чтобы попытаться закончить этот квест и получить легендарные кинжалы. Я, конечно, не уверен, осилю ли я душу дракона в героике 25-ке. Ну, в любом случае, я как бы поставил. Вот, посмотрим, что из этого выйдет, да? Ну, как-то так. По всей видимости, нам сюда. Душа дракона. Ох ты, блин, сколько лет, сколько зим-то. Что вообще отсюда падает, я понятия не... Ага, все, я вспомнил, что это данж, да? Все это я помню. Я его рейдил и не один раз, но, как известно, в... Вердиня Душа Дракона, в... обычной... В чем разница-то? А героик? Вот давайте так. Поиск рейда. Обычный. Герыч. Понятно. Здесь. Арбалит падает в героике. В обычном, ага. Кинжал, палец. Понятно. Ультраксион. Ух ты. Так, ничего. 12b. Прикольно. Опять же, ничего интересного. Хребет, то же самое. Безумие. Прислужник хранительницы жизни. Да, ну поехали, друзья. Попытаем удачу нашу. Посмотрим, насколько мы круты-то. Драконий союз в атаку! Посмотрим сейчас, действительно ли правду глаголит этот, хотел сказать, человек, потом такой, не особо он похож. Они сломили нашу оборону. Сама земля обернулась против нас по воле смертокрыла. Поторопитесь, храм драконьего покоя... Вперед, в наступление! Все, потеряем. Так, нам надо... скажите мне, где, блин, эти руны? Куда я их вечно засовываю? Ни хрена не вижу. Начнет заюзать. Так, руна. Где руна? Руна. Вот. Сюда поставим ее. Бах, погнали. Ага. Сейчас я тебя сам развею по пустошам. Человек, оркестр. Иди сюда. По пустошам. Что ты там хотел? Уже пробую. Ага. Ба! Как видишь, может. Так, не стойте слишком близко. Одержите победу над Морохом в рейде Души Дракона в обычном или героическом режиме, так, чтобы во время Черная кровь земли в радиусе 5 метров от каждого из персонажей не находилось никого в рейде на 10 игроков и не больше одного игрока в рейде на 5. А, на 25, в смысле. Ну, я думаю, мы справились. Приветствую.
с поставленной задачей-то. Так, открыть, раскрыть тени. Оп. Плюс 5 самоцветиков. Замечательно. Так. Силы дальше. Возвращаются ко мне. Это ж хорошо. Древние боги явили себя. Я польщена. Из их пасти к храму катится волна тьмы. Мы должны выиграть время для аспектов. Ну, я думаю, мы выиграем. Безликие нет? Полководцы Занос и Йорсадж командуют вражескими полчищами оттуда. Видите эти ужасные... Так, окей, я думаю, мы летим туда, куда нужно. Ультраксион. Но мы сейчас на Йорсадже. Сейчас нас будут выкидывать. Сброс. Ох. А парашют какой-нибудь. Йорсадж ненасытный, друзья мои. Собственной персоной, да? Чё-то чирикает там на своем албанском, ничего не понятно. Может быть, даже и не стоит этих слизней бить. А ну, вперед. Все-таки слизней бить надо. Давай. Все, слизни лягли. А они ни хрена, еще они не лягли. Лежать. Вот теперь лягли. Йорсаджик, твоя очередь. На покой. А, сейчас тебе сделаю, не волнуйся. Удар. Yes. Да, куча фуфла нападала. Как же без него? Но и нужный нам. Остался объект лишь один, тоже упал. Вам нужно спешить. А вот и он. Поехали на него. Спешим на крыльях дракона. Похло, только повыкидываю все. Сброс. Да ты что? Так, ну здесь я рисковать не буду и, наверное, зачищу все-таки. Вот эти вещи все. Понятно, можно, короче, не включать. Лежать. Ну да. Мясорубку запустили. Теперь нам нет. Нет здесь равных. Давай. Готов. И последний. Удар. Бля, ничего выжил. О, лазик там что наяривает. Готово. И последний герой. Лежать. Все. Йор. Остался. О, Йор. Зонс. Пошла, пошла, родная. Фаба. Давай, 8 лямов, там совсем ничего. О, спасибо. Накрыло там кого-то жестко. Давай. 10 секунд. Пять. До конца мясорубки придется продлевать.
Сколько у него там? 2 ляма. Ну, товарищ, пора уже падать. Вот так вот. Замечательно, друзья мои, у нас 2 скопления с одного босса. Это круто. Очень. Так, давайте откроем их, чтобы они у нас не занимали место. Нафиг. Удалить. Дальше открываем. Тоже удалить. Удалить. И... ох, по 6 штучек. Норм, чё. Пару недель так и нафармлю. Так, возвращаемся. Поток тьмы слабеет. Вы настоящие герои легенд. Спасибо. Рад стараться. Аспекты уже в сборе и ждут вашего прибытия. Приветствую. Идите же. Прошу аспектов не предоставлять никакой помощи мне и моим спутникам. У них есть свои дела. Мы же решим наши проблемы самостоятельно. Окей. Либо ты безумен, либо тобой овладело безрассудство, либо ты будущая легенда. Так кто же ты? Мы станем легендой. До вот так встреч. Вот. Вот что я скажу. Добрый день. Погнали. Либо ты безумен, да, либо ты станешь легендой. Конечно, легендой, ё-моё. Мы ж здесь... не в игры играем. Забавно звучит. Не в игры играем мы. Ну-ну. Так, так. И вот так. Кто на меня? Ходи по одному. Крал! Алекс Страс! Что привело тебя ко мне, смертное существо? Я не справлюсь с потоками хаотической энергии. Она может уничтожить нас всех. Тогда все потеряно. Давайте сражаться уже. Не обязательно. Мне кажется, да, а это может сработать. С помощью радужного средоточия Ока Вечности мы сможем сфокусировать магическую матрицу, заключенную в душе дракона. Ну давайте уже. Я понимаю. Ох, смертокрыл. Я могу обернуть магию смертокрыла против него самого. Куда он погнал? Это ловушка. Ее устроили специально для нас в этот решающий момент. Так, а что у меня есть? У нас нет выбора. Вся надежда на наших союзников. Потом я открою путь в Око Вечности. У вас нет права. Чё, Гал? Герои. Будущее Азерота в ваших руках. Да тут этих ачивов, конечно, вагон. Ё-моё. Итак. Что здесь? Око Вечности. Замечательно. Я... ну, в Око Вечности для меня всегда был Малигос, но понятно, тут Владыка Штормов. Вспомнил, вспомнил. То прям... не признал сразу. Не обольщайтесь, щенки. Да, мы и не обольщаемся, не волнуйся. Мы ж нормально, но... вы не уйдете отсюда живыми. Ну, конечно.
Ох, вас тут столько сразу. Ни один из вас не доживет до настоящего катаклизма. Жалкие щенки. Вам не на что надеяться. Бегите, пока можете. Вы... Это тебе надо было бежать, походу. Вызов владычицы штормов? Именно так. Чувствуете холодное дыхание? Не особо. Свободно. Стая жалких псов. Так. На выход. Что-то в тебе кажется... Мы добились успеха. Хвала титанам. Они вернулись. Так и должно было случиться. Отлично. Мы сейчас же начнем ритуал. Так. Ритуал отнимет у нас много сил. Ведь нам придется отдать частицу самих себя. Герой, ну, давай уже. Эта тяжкая ноша вновь ложится на ваши плечи. Защищайте нас от слуг Смертокрыла, пока мы будем передавать силу аспектов душе дракона. Дайте знать, когда вы будете готовы. Да, мы готовы в любой момент, ё-моё. Локтар, приступаем к ритуалу. Чего тебе нужно? Что там? Смерть там что-то он хулиганит. Так. Рад встрече, Алекстраза. Скоро ты увидишь, над чем я трудился. Я превращал твоих детенышей. И самое жаркое пламя, то, что горит. Процесс этот был весьма мучительным. Они больше не мои дети. Убейте их. Окей. Ну ты. Иди сюда. Свободен. Вот что, мне опять что ли прыгать тут? Главное только не вывалиться за пределы, да, то будет нехорошо. Ну, жарят они добротно. Ох ты, блин. Ненормально. Ё-моё. Аккуратненько. Так, а ну надо мне...
О, есть, забрался. Так, забрался. Надо теперь только не умереть. А то тут что-то... Доктор, друг. Чего тут тебе? Тут что-то жестко. Ох, блин, я... Артист. Текс. Ай-яй-яй. Эксперименты. Шаги к будущему величию. Вы увидите, чего я добился. Предстоящая жизнь. Нефариан, Амиксия, Синестра, они ничто. Узрите мое лучшее создание. Ах ты, блин. Время сумерек близится. Пришел конец и вашему презренному существованию. Вот ё-моё. Я чувствую приближение хаоса. Мой разум не в силах этого выдержать. Я начало конца. Тень, что заслоняет солнце. Звонящий по вам. О. Я был создан ради этого единственного момента. Узрите же свою погибель! Давай, мы готовы. Можно тебя уже ввалить? О, понеслась. Давай. Сила земли! Храни их в этот темный час, ибо они последние защитники Азерота. Давай, давай, давай. Ну что, Цешка? Вот так вот. Но я ультраксион. А эти чуваки не хотят исчезнуть. Ура! Ура, они исчезли. Теперь фух. Наша сила в душе дракона. Наша судьба в твоих руках, хранитель. Керн. Агра, я не подведу вас. Я не подведу этот мир. Ух, было жестко. Вау, тут даже видео какое-то. А, помню, помню. Так, и куда он собрался-то? Я не понял. А, мы на дирижбобель. Да только за. Сон дает нам убежище. Сон. Так. Он движется к водовороту. Мы должны остановить его. А если ты колеблешь... Киану Ривз, да вы прикалываетесь. Киану Ривз. Жесть, мэр, да, мы всегда готовы. Правильно. Отличный настрой. Мы в облаках, а? Опять надо с кем-то поговорить. Ближе, начать бой, да. Полный вперед. Мы не должны упустить его. Да прибудет с тобой матрос небесного огня. Надеюсь, вы готовы к настоящему. Наши бою. Двигатели повреждены. Мы можем стать легкой добычей. Что делать? Доберетесь до господина. Наездники на дракона. В атаку! Все по местам. Бейте этих тварей! Не сбавлять ходу! Побьем, что есть мощи.
О, вот это правильно. Гориона, на. Еще разок. Что дальше-то? Опа. Сумеречный агент. Куда-то полетел там, а? Гориона, задаем шару. Свободны. Притягиваем драконов, притягиваем. Готовы. И еще разок. Опа. Нифига себе, а ну стоять. Гориона, задаем шару. Это что еще за агенты такие? Все норм у вас. Ну-с, ждем. О, еще там он агенты летят. Надо следить за тем, где они пикируют. И сразу их сливать. Потому что они в стелсе как-никак. Гориона, задаем шару. Ты куда собрался, а, малой? Так, быстро этого сливаем. И сюда. Сосредоточьте огонь на бронированном драконе. Да легко. Дайте только дотянуться до него. Ага, он невосприимчив. Мне придется заняться этим самому. Возможно, можешь попробовать. Ах ты, зараза. Вы победили. Интересно, хватит ли вам сил, чтобы одержать верх над ним? Не знаем, но скоро мы это узнаем. За Орду начать бой. Конечно, начать. Вперед из песни. Вылетаем. Ого, даже так? Нифига себе, парашютный десант. Смотрите, он разваливается. Оторвите нас, не беспокойтесь обо мне. Остановите разрушителя. Эншу Фалана Дарини. Окей. За тебя не беспокоимся. А, я помню, их, по-моему, надо сюда подводить. Ну, если я правильно помню. Воу! Воу-воу-воу, что случилось-то? И... Что-то пошло не так, по всей видимости, мне надо было... Отпрыгивать, наверное, в тот момент, когда они взрываются. Да, немножечко топорнул, забыл. Но ничего. Не пробежал. Да, пещера времени-то разрослась не на шутку. Раньше было 1-2 данжа. В начале 2, по-моему, было, 2 геройка. Потом потихоньку появлялось все остальное. Сейчас тут уже валом все. Итак, на палубу. Начинаем бой. Страх приводит к нерешительности. Так. Ну, мне двигаться. Смотрите, в ту сторону. Он разваливается. Не беспокойтесь обо мне. Остановите разрушителя. Эншу Фалана Дарини.
Так. Оп, и теперь он будет взрываться, по идее. Так, ну я ж правильно вроде делаю, вроде так должно. Типа мы его разогреваем, потом идет взрыв. Ну куда? Тю, ё-моё. Что я фейлю где-то. Так, ну что, очередной забег, друзья. Уже и время починиться. Блин, ну я не помню, что у меня в актуальное время возникали проблемы с этим боссом. Жесть. Мы обычно пришли, развалили, побежали. А тут прям какой-то кошмар творится. Что привело тебя сюда? 177 золота починиться, ни хрена себе. Отправляемся. В бой за Орду принять. Чистого... Нам надо, короче, как-то это делать активнее. Смотрите. Он разваливается! Не беспокойтесь обо мне! Остановите разрушителя! Эншу Фалана! Так, надо собраться и сейчас затащить. Перебежали. Перебежали. Раз, два, три, четыре. Ваши усилия ничего не изменят. Я несу вас навстречу смерти. Ждем, 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 ждем. Побежали. Так. Ожидаем. Отходим. Раз, два, три. Три метки есть. Побежал. Раз, два, три, четыре уже метки. Раз, два, три, четыре, пять. Побежали мы гулять. Раз, два, три, четыре. Так, сколько? 6 штук, еще 3. Возвращаемся. Раз, два, три, 7. Держитесь, пока можете, герои. Ваш мир обречен, и вы вместе с ним. Так, уничтожаю. Перебежал. Давай, собираем. Собрали. Давай направо. 8. Еще. Ох ты, блин. 9. Отлично, уничтожаю.
Давай, давай, давай. Ядерный взрыв пошел. Я перебежал на правую сторону. Жду. Взорвануло. Взорвануло, да? Собирается накрениться влево. Так, вернулся. Замечательно. Побежал. Уничтожил. Включил. Ваши усилия ничего не изменят. Бью. Побежал. Никто никуда пока не накренается-то. Пошел. Хорошо. Ждем. Ждем. Не, ничего не ждем. Побежали. Раз. Первый слизняк. Раз, два, три, четыре, пять. Побежал. Побежал. Ваши усилия ничего не изменят. Лови. Я несу вас навстречу смерти. Три есть. Так, текст исчез, побежал. Жду. Текст исчез, побежал. Так, текст исчез, побежали. Исчезает. Побежал. Ждем. Вы все еще здесь. Вернулся. Я вас и не заметил. Так, жду. Текст исчез, побежал. Опять же, ждем. Погнали. Влево. Давай вправо. Уничтожил. Вернулся. Жду. Вы все еще здесь. А ты думал. Я вас и не заметил. Так, 8 есть. Вернулся. Получен еще один финальный баф. Уничтожаю. Право, да? Перешли налево. Погнали обратно в правую сторону. Так, вернулся. Влево. Есть. Давай. Перешел направо. Уничтожить щупальцу. Погнал на ту сторону. Есть. Так, ждем. Уже ничего не ждем, возвращаемся. Запустил мясорубку. Текст практически исчез, побежал обратно. Бью. Текст исчез, вернулся. Ваше упорство ничего не изменит. Побежали. Апокалипсис ждет вас. Так. Текст исчез, побежал. Текст исчез практически. Сюда. Сюда. Побежал. По центру их. Вы все еще здесь, голубцы. Я вас и не заметил. Текст исчез, вернулся направо. Ой-ой-ой. Давайте налево. Пошел по левой стороне. Возвращаюсь направо. Убиваю. Так, бегу. Вернулся. Так, на левой стороне побыли. Возвращаемся. Собираем дебаф. Погнал сюда. Да, все еще здесь. Я сам себя тоже порой не замечаю. Опа! Так, хочет влево накрениться, не даем. Побежали обратно.
Так, вправо есть. Давайте на левую сторону. Отлично. Yes, есть! Ё-моё! Ух, жестяк! Вот это попадание! Ох, абзац, блин! О, жесть. Так, открыть. Наконец-то. Сложность рейда. Героическая. Были в бою, поэтому... А. Окей, подождем. Доктор, друг, чего тебе нужно? Фух, жесть какая-то. Давайте подизаем, получим дебаф. Точнее, баф. Так, ну замечательно. Мы его одолели. Это, конечно, радует. Так, пробуем еще раз сменить сложность рейда. Героик. Принять. Фух. Ну что? Локтар, друг, поехали. Смертокрыл повержен. Теперь можно заняться восстановлением этого мира. Вы совершили невозможное. Победили в бою, решившем судьбу нашего мира. Перед вами сокровище аспекта. Берите, что пожелаете. Кто, как не вы, имеет на это право. Хотя вам, наверное, стоит поторопиться. Чего ж так? Локтар, друг. Чего тебе нужно? Ах, все предыдущие бои. Да вы издеваетесь. Ладно, возвращаемся в обычный. Локтар, поехали. Друг, чего тебе нужно? Ничего не вышло. Я разорву ваш мир на куски. В нем вы сможете найти спасение. А нам это спасение не нужно. Свободен. Как мне туда дальше попасть, я не помню. Гуляй. Может, просто тупо прыжком? Я сделаю все, что да. В моих силах, чтобы помочь вам в бою. Не бойтесь, мой огонь вам не страшен. Так. О, что это? Еще раз, что ли? Вперед. Бежим, бежим, бежим. Я постараюсь замедлить атаки разрушителя. Давай. Ну да, отлично. Крыло осталось. Погнали. Да, конечно, в героике бы его не помешало бы тоже наказать. Я смертокрыл, разрушитель, но... конец всего сущего,
неизбежный, неотвратимый. Я катаклизм. Продолжайте атаку, герои. О, бьем, что есть мощи, так сказать. Погибель разрушителя. На шаг ближе к цели. Я передаю душе дракона непостижимую мощь изумрудного сна. И что ж дальше? Ой-ой-ой. На. Вообще его тупо расщепили. Вождь, миссия выполнена. Я чувствую пробуждение стихий. Все. Катаклизм позади. Герои, что боролись вместе с нами, спасли этот мир от гибели. И теперь мы должны разделить судьбу смертных. Мы, аспекты драконов, выполнили свой великий долг, и древняя сила покинула нас. Но хотя наше время истекает, жизнь будет продолжаться ради новых поколений. Пусть каждый, кто сегодня боролся с мраком, ощутит радость победы. Вы — истинные хранители Азерота. Будущее мира зависит от вас. Ибо восходит заря новой эпохи, эпохи смертных. Вот это да, друзья мои. Фух, аж не верится, что мы справились все-таки. Отлично, отлично. Ого. Так, ну можно все это дело на низ спускать. Глаз глубин, да. Ох, наконец-то. Кто-то мне что-то скажет приятное. Время может... Особо ничего. Я чувствую пробуждение стихий. Агра. Так, ну что. Мы можем вообще возвращаться, наверное... Наверное, куда? Я даже не знаю, куда возвращаться-то нам нужно. Мы побывали везде, где только можно. Давайте пооткрываем эти скопления. Ох, 7 штук, ничего себе. 4. 6. Пятишечка. Ну, нормально, в принципе. Возвращаемся в наш родной дом. Фух. Ну, а на сегодня, друзья, я думаю, на этой замечательной ноте, так как мы победили Смертокрыла, можем, Дезвинг, да, можем, наконец-то, закончить. Что ж, всем спасибо за просмотр. Не забывайте поддержать видео лайком и пишите ваши комментарии, куда бы вы хотели, чтобы я сходил соло, попытал там свою удачу, испытал свою силу. Вот, попробуем. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.